Все. Вот, а сейчас я вам хочу показать, как собаке подматывать ушки. Видите, у нас одно ушко немножко провисает. Красиво они обрезаны, красиво сделаны. И, в принципе, одно ушко я вытянула. Вот оно очень хороший, ровный краешек получился. А второе ушко было со спаечкой. И ее, эту спайку видно и сейчас. И вот, чтобы ушко встало, нужно вот это место растянуть. Вот. Здесь, получается, я беру хлоргексидин, смачиваю ватный диск и обрабатываю ушко. Вот таким вот образом растягиваю, да, пальцами и ватным диском. И параллельно я ушко, получается, обрабатываю. Обязательно нужно держать в чистоте, потому что, чтобы не завелись никакие болезнетворные бактерии. Собака все время ходит забинтованным ушком. Вот. И нам вот, вот нужно, видите, вот место заломчика. Я показываю прямо. Видите, вот он заломчик. И нужно, чтобы этот хрящ укрепился, как вот на этом ушке, стал прочным, плотным. Как раз вот поднять. Рочка, иди. Поднять нужно по залому и растянуть вот эту вот спаечку. Вот, растягиваем прямо. Это мы делаем каждый день. Буквально каждый день. Ярушка, потерпи, моя. Дальше я беру лейкопластырь, полоску. Вот такую полоску лейкопластыря. И проклеиваю ушко с внутреннего краешка. Вот таким образом. И ушко подтягиваю. Накладываю лейкопластырь, я ушко подтягиваю. Получается вот так. То есть вот я проклеила. Уже уплотнила краешек, растянула. Еще немножко мы уплотняем, подклеиваем и подрастягиваем. Получается вот так. Вот. То есть место залома у нас получилось растянутым. Видите, на лейкопластыре. Что я делаю дальше? Я беру ватную палочку. Так как ушки у нас все-таки не доберманские, а стаффордские, разрезаю ее напополам. А дальше беру снова лейкопластырь. Лейкопластырь у меня 2 сантиметра. Можно брать и 3 сантиметра. И смотрите, что я делаю дальше. Я наклеиваю в серединку ватную палочку. Видите? Получилось вот так. И теперь вот на этот, вот на проклеенное ушко, на место, где максимально залом, я накладываю ватную палочку. То есть получается лейкопластырь на лейкопластырь. Вот. Ну и это еще не все. Видите, я укрепила это место. Я его зафиксировала, как вот шина, да, накладывается. Я еще отрезаю лейкопластырь. Таким же образом. Беру лейкопластырь. Отрезаю. Приходится и собаку держать, и лейкопластырь накладывать. Еще беру лейкопластырь, накладываю. Да? Получается вот. Еще такую же делаю, да, палочку? Снова беру ушко. И уже с другой стороны ушка я фиксирую место залома. Вот, получается вот. У меня вот такая вот двойная шинка получилась. И ушко между лейкопластырем и ватными палочками. Вот, видите? Смотрите. Проклеила. Растягивая все время, параллельно ушко растягивая. Видите, оно ровненько встало. Вытянулась.
Здравствуйте, моя зяечка, терпеливая моя собака такая. Он все терпит, умный мой. И теперь я беру лейкопластырь. Мне всю эту конструкцию мне нужно подфиксировать. Потому что она возьмет, начнет царапать и все это, естественно, снимет. И еще очень важный момент. Когда я протираю ушко хлоргексидином, вот эту вот внешнюю сторону по шерстке я протираю тоже, чтобы здесь у меня ничего нигде не завелось. Обрабатывать обязательно нужно, все обрабатывать, чтобы никакие бактерии не поселились. Смотрите, как накладываю, как фиксирую. Внутри, вот у меня здесь вот он залом. И я здесь же вот накладываю внутрь, прокладываю лейкопластырь по залому, по внешней стороне ушка. Дальше. Здесь ушко я слишком сильно не подминаю. Вот оно у меня расправлено, видите? Максимально. И дальше поднимаю лейкопластырь вверх, фиксируя ушко. Вот. Вот таким вот образом. И вывожу снова на внешнюю сторону. У меня получилось вот таким образом. И обрезаю лейкопластырь. И фиксирую. Все.